Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, и сегодняшнее мое видео будет о моих запасах. Сегодня у меня будут запасы моих гелей для душа. У меня уже было такое видео про гели для душа, но это было давненько, и я решила навести порядок на своих полочках с косметикой, расставить все аккуратненько и заодно показать вам свои запасики. Что-то прибавилось, что-то убавилось, поэтому я с вами спешу поделиться. На самом деле, я не знаю, кому-то покажется много, кому-то покажется мало. Но, если честно, вот сейчас я смотрю, они у меня все тут стоят, и мне кажется, что да, многовато, наверное. Немножко смахиваю на больного человека, помешанного на гелях для душа. Но что есть, то есть. Буду показывать так, в разнобой, что попадается под руку. В общем, кому интересно, оставайтесь со мной. И если вам будет интересно, я могу снять запасы своих средств для волос, для тела, но их у меня не так много, как гели для душа. И давайте начнем. И первое, что я хочу вам показать, это вот такие вот три геля для душа от Avon в объеме 400 мл. Небесная гармония с ароматом ландыша и яблока, восхитительный сад, малина, яблоко и черная смородина. И сердце Индонезии, сочный мандарин и цветок лотоса. Все они классные, все они мне нравятся. Давайте не буду на каждом геле останавливаться подробно, потому что тогда это очень много времени займет. Просто буду говорить, нравится, не нравится, хотя мне все нравится, честно. У меня нет нелюбимых гелей для душа. Я покупаю, которые вкусно пахнут. И у которых красивые баночки. Ну и вообще, я люблю их. Следующий гель для душа. Вот такой вот милк, хорошее настроение, молоко и манго. Запах потрясающий, просто я вообще балдею от этого. Милк, по-моему, продавали в этом фикс-прайсе. А, нет, в фикс-прайсе продавали милки, да. А это я покупала в каком-то торговом центре. В общем, я отвлеклась от темы и продолжаю. Дальше вот такой вот гель для душа в объеме 1200 мл, представляете? Это брусничный морс. Запах вообще обалденный. Он, конечно, жидковат. Я вот планирую его уже сейчас начать пользоваться. Я думаю, он такой зимний, более зимний ароматик. И я думаю, что надо его начинать уже. А то скоро зима закончится. Я все еще его не использовала. Как так? Следующий гель для душа. Это 100 трав, гель для душа из фикс-прайса. Это все, что мне удалось купить в нашем фикс-прайсе от 100 трав. Почему-то у нас не было большого выбора. Здесь у нас с экстрактом горного пиона, облепихи и малины. Тоже классный. Мне нравится. Следующий гель для душа. 100 рецептов красоты. Крем-гель для душа, мягкость и упругость, красное яблоко и ванильный йогурт. Я вообще балдею от запаха этого геля. Он потрясающе пахнет. Вот прям яблоком, сладким яблоком пахнет. Всем советую, попробуйте обязательно. Не пожалеете. Так, не знаю уж, как их тут расставлять. Дальше гель для душа от Чистой Линии. Сок клубники и фитоэкстракт листьев мелисы. Тоже классно, Чистой Линии я вообще люблю гели для душа, поэтому плохого не могу сказать. Следующий гель для душа от Avon, тропики, папайя и персик. Ну, тоже всем известный, мне кажется. Классный, я его хочу оставить ближе к лету, потому что мне очень нравится запах и все такое. Так, дальше тоже гель для душа от Avon, блаженство Андалузии, гранат и миндаль. Такая оригинальная упаковочка, тоже пахнет потрясающе, вкусно. Ну, я еще раз повторяю, что мне нравятся все гели для душа, которые у меня есть. Следующий гель для душа, все его тоже знают, все его любят, ну практически все, наверное, это Морская Лагуна, сочная груша. Далее, так, пока попадаются Avon, пытаюсь как-то организованно показывать. Экзотический фрукт, ароматический райский сад. Тут экзотические фрукты и пион. Ну, я уже 100 раз говорила, что, ой, люблю аромат пиона, поэтому мне очень нравится этот гель для душа. Дальше опять же Avon, это вот недавняя новинка какая-то, по-моему, перед Новым годом была. Кремовая фантазия, карамель и миндаль. Тоже классно пахнет, сладенько, хорошо. Сейчас я Avon, кстати, перестала заказывать после того, как они что-то сделали там, платную доставку, еще что-то там напридумывали, и вообще наша почта туда вообще лишний раз не хочется ходить на самом деле. Поэтому вот то, что у меня осталось в запасиках, я рада. Не знаю, буду я еще заказывать Avon или нет, поэтому вот. Ну, это
мой любимчик в Эйвоне. Притягательный аромат тайны, экзотическая роза и жасмин. Вот обожаю. Вот. Я не знаю почему. Очень мне нравится этот гель для душа. Очень. Просто я от него в восторге. Так, и еще один. От Эйвон тоже. Ароматерапия, увлажняющий крем-гель для душа. Ой, ухаживающий крем-гель для душа. Ну, тоже классный. Я говорю, мне нравится все. Уже 100 раз повторила одно и то же. Дальше. От L'Appetit Marseillais белый персик и нектарин. Тоже запах потрясающий. Гели от L'Appetit мне очень нравятся. Я их очень люблю. Они всегда оставляют аромат приятный на коже. Поэтому вот следующий. Johnson's Baby с экстрактом папайи. Тоже такой довольно-таки интересный у него аромат приятный. Мне нравится. Дальше вот, кстати, из Fix Price гель для душа земляника Milky. Да, тот Milk был, это Milky. Еще не пробовала, не знаю, как он. Ну, жидковат, конечно, как и все, мне кажется, гели из Эфреше. Но все равно мне нравится. Так, следующее. Следующее Эфреше. Жардан Дюмонт, зеленый лимон Мексики. Классно. Ну, про Эфреше вообще можно ничего не говорить. Я поклонница этих гелей для душа. Следующий тоже Эфреше, африканское какао. Дальше Эфреше, флоридский грейпфрут. Такие, мне кажется, на лето пойдут эти вот цитрусовые ароматы. Люблю я все такое вот. Следующий флоридский апельсин. Далее, вот этот мне, кстати, тоже очень нравится. Лаосский лотос, такой нежный аромат, приятный, вкусный гелик. Очень мне нравится. Дальше, кстати, вот еще у меня есть один гель для душа от Avon. Зимнее волшебство с ароматом малины и яблока. Тоже вкусно пахнет. Мне присылала его Аленочка по ссылке поменяшки. Алена, тебе привет, спасибо большое. Дальше. От Faberlic мятный шоколад. Тоже очень вкусный. Я не могу ничего сказать. Мне очень нравится, как пахнет этот гель для душа. И еще один такой же. Тоже мне Аленочка присылала. Алена, тебе большой привет опять же. Так, дальше. Эфреше. Это у нас гель для тела и волос. Как он? Маной де Таити. Такой сладкий-сладкий, такой восточный аромат пряный. Ну, нравится. Я еще не мылась, конечно. Но думаю, на теле он раскрывается довольно-таки интересно. Нашла еще один гель для душа от Avon. Моменты безмятежности, восточная орхидея и малина. Ну, все классно. Я еще раз говорю, мне все нравится. Следующий гель для душа от Faberlic. Лимонная Монпасье. Приятный такой, сладко, такой кислый, мне кажется, какой-то вкус. Ну, во всяком случае, умыла. Гель я еще не использовала. Не знаю, смотрите, как интересно. Мятный шоколад ниже ростом, чем лимонная Монпасье. Хотя, кому это интересно? Бред, в общем, какой-то я говорю. Мой любимый юный османтус от Faberlic. Очень мне нравится этот аромат. Так, дальше тоже Faberlic. Вишневый конфитюр. Тоже вкусно. Еще не пробовала, но вкусно. Следующее у меня от Avon гель для душа. Вот такой вот розовый маргаритки и сицилийский лимон. Тоже такой приятный, свеженький. Вкус мне очень нравится. Дальше Эфреше, по-моему, из этого года лимитка у нас, да? Лимитированная коллекция мандарины пряности. Вроде бы не прошлогодняя, а с этого года. Ну, я не помню уже, в общем. По-моему, да. Дальше опять Faberlic штрудель с мороженым. Тоже мне очень нравится. От Beauty Cafe. Так, следующий у нас... Тоже Эфреше, тоже лимитированная коллекция, пряные цукаты. Это, по-моему, прошлогодний. У меня их, кстати, нет, у меня он тоже один. Мне, по-моему, его присылала Настя, если я не ошибаюсь, в посылке. Я выиграла у нее в конкурсе канала Анастасия. По-моему, Настенька, это ты мне присылала. Спасибо большое. Дальше. Это из этого года лимитка. Этого года лимитка, в смысле лимитированная коллекция гель для душа и ванны. Клюква с миндалем. Очень она мне нравится. Вот это, кстати, из всех трех лимиток, которые были в этом году, вот это мне больше всего нравится. Дальше Faberlic, милый жасмин.
тоже приятный ароматик, мне нравится, как пахнет. Затем, вот она третья лимиточка, от Эфраше, груша и шоколад. Дальше. Зачем я говорю это слово? Дальше, дальше, и так понятно. Ну, в общем, вот. Вот слово паразит. И Эфраше, гель для душа и ванны, лаванда и ежевика. Это были тоже какие-то лимитированные или не лимитированные, или новые какие-то... Нет, это не лимитированные, но, в общем, они появились, по-моему, прошлым летом только, если я не ошибаюсь. Тоже они все вкусно пахнут. Ну, у меня к Эфраше вообще любовь, поэтому мне нравятся они такие довольно-таки густые, в отличие от гелей, которые продаются в фикс-прайсе. Дальше малина и мята. И Эфраше. Так, манго и корица. Так, и Эфраше. Кокосовый орех. И Эфраше. Лимон и базилик. Вот. Итак, сдвинула я немножко подальше свои гели, чтобы остатки влезли туда. Еще один от Эфраше, малазийская карамбола. Ну, тоже классно, да? Все классно. Все классно, у меня все такое классное. И еще есть у меня Эфраше, оказывается. Вот такой гель для душа. Это новогодняя коллекция. Посмотрите, какого года. Давай, фокусируй, друг мой. 2014-го. Гель для душа с блестками. Блестки у меня уже все прилипли к дну. Она у меня стоит как декор. Стояла раньше, можно было потрясти блестки, еще как-то болтались, а сейчас они уже не болтаются. Пахнет, кстати, очень вкусно. Я думаю, ну что я жалею, наверное, надо использовать, пока срок годности не вышел. Или он уже вышел, наверное. До 07-2016. Как думаете, можно помыться или уже лучше не стоит? Можно, кстати, как жидкое мыло, наверное, использовать. Вот. И гель гамаш, тоже лимитированная коллекция, апельсин и миндаль. Это мне тоже пришло в подсылочке от Насти, канал Анестезия, когда я выиграла у нее в конкурсе на ее канале. Следующий гель от Palmolive. Palmolive, кому как удобно. Роскошь масел, гель для душа с маслом макадамии и экстрактом пиона. Тоже мне нравится, потому что здесь пион. Faberlic, смягчающий, La Creme, тут у нас с клубничным соком и молочными протеинами. Мне нравится, очень вкусно пахнет, очень вкусно пахнет. Дальше опять Palmolive, соблазнительная мягкость, тоже вкусный. Далее, два геля от Dove. Масло шеи, аромат пряной ванили, фисташковый крем и аромат магнолии. Вот этот мне присылала Аленочка поменяшки. Ну, вообще, отдав, мне нравятся гели для душа. Следующий, Эфраше, гамамелис. Очень мне понравился. Я еще, правда, не принимала с ним душ, но запах такой нежный, еле-еле уловимый. Ну, просто я... Ну, мне нравится. Очень нравится. Дальше опять La Creme с миндальным молочком и молочными протеинами. И еще один со освежающей мятой и молочными протеинами. Мне очень нравится. Следующий у меня Faberlic Donna Felici, парфюмированный гель для душа. Очень мне нравится эта туалетная вода. Мужская, правда, нравится, но я себе заказала женский гель для душа. Тоже он классно пахнет. Дальше парфюмированный гель для душа я не знаю, как правильно. Intemporel. Наверное, так. Не буду коверкать. Следующий Faberlic. Это вот новинка каталога, который сейчас действует. Гель для душа с афродизиаками. Не знаю, еще не пробовала. Следующий гель мне присылала... Это даже не гель, а джем для душа. Ежевика, Вилла Фрутетта мне присылала Аленочка. Я в наших магазинах вот эту фирму не видела. Мне Алена присылала вот такой вот джин. Там еще есть для тела крем, есть для волос. Но я это все тоже покажу, если буду запас те свои показывать. Дальше две вот таких баночки от Faberlic. Дикая Африка мне очень нравится. Кивана и Амаралис. И знойный Маракеш, пряный имбирь и сладкий миндаль. Классные ароматики, мне понравились.
Так. Дальше мужской есть Old Spice. Есть мужской от Faberlic Incognito. Есть мужской от Faberlic Asterion, наверное. И есть мужской Palmolive цитрусовый заряд. Обалденный. Присмотритесь, попробуйте. Дальше немножечко давайте детские покажу. Вот такой вот идет шампунь-гель для душа. Я не знаю, для девочек. Классно, мне эта фирма очень нравится. Затем немножко отодвинемся. Затем Маша и Медведь печенька. Гель для душа и пена для ванны. Аромат потрясающий просто. Так, ну уже почти все. Хочу я вам сказать. От Faberlic детский гель-пена для ванны. Кошка-манго. Классно, мне нравится эта серия. Затем вот такой вот озорная груша гель для душа детский. И шампунь гель-пена. Вот прям три в одном. Винкс тоже. И последняя четверочка, которая у меня есть, это Organic Kitchen баночки. Витаминный гель для душа, свежая слива, органические ягоды черной смородины. Яблочный штрудель, это мыло-скраб для тела, органическое зеленое яблоко и свежий лимонный сок. Далее волшебная палочка, увлажняющее густое мыло для душа, для волос и тела, персиковый цвет, органическая магнолия. И приветливый пряник, смягчающий гель для душа, органический мускатный орех, свежая корица и анис. Вот, это были все мои запасы гелей для душа. Кому понравилось, ставьте лайки. Если интересно, я сниму запасы своих средств для волос, для тела, ну там для рук, не знаю, что там найду. Если вы хотите, чтобы я сняла это видео, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Ну а на этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, повторюсь. А я буду готовить для вас новое видео. Всем пока-пока и до новых встреч!